Чтобы домашний бизнес был успешен, он должен основываться вашем любимом деле или хобби. Быть востребованным покупателем вашего города и иметь уникальные преимущества. Домашний бизнес быстро окупается и приносит неплохую прибыль уже через полгода, а иногда первые месяцы стартапа. Мы подготовили для вас 5 лучших бизнес-идей, которые вы можете начать, работая на дому в 2022 году. Большинство представленных бизнес-идей новые и уникальные, пользуются спросом у большой части населения, и сегодня в выпуске топ-5 идей на дому на 2022 год. 3D-маникюр на дому. Новинка из индустрии красоты. Оригинальный ногтевой принтер. Такой Nail Art маникюр полностью безопасен для здоровья. Доступно более 10 тысяч вариантов крутого дизайна. Можно выбрать любую картинку и фото из галереи и напечатать на ногтях. Это чудо-принтер делает фото-печать на 10 ногтях примерно за 30 минут. Для того, чтобы открыть студию 3D-маникюра на дому, потребуется около 50-100 тысяч рублей вложений. Стоимость принтера от 600 долларов, плюс затраты на материал. А рекламу можно давать в соцсетях. Но здесь также хорошо работает сарафанное радио. Изготовление натурального домашнего сыра. Бизнес-идея по производству натурального сыра в домашних условиях не требует больших вложений и приносит стабильный доход. Все оборудование можно купить в магазине в районе 20 тысяч рублей. Спрос на натуральный сыр будет всегда. Поэтому найти клиентов не так сложно. Со временем вы можете расширить свой бизнес и производить несколько видов сыров. Рентабельность некоторых сортов сыра превышает 200%. Кондитерская на дому с использованием 3D-принтера. 3D-принтеры для еды могут напечатать любой десерт. Главное правильно рассчитать пропорции и добавить необходимые ингредиенты. Вы можете приобрести такой принтер и печатать шоколадом, создавать огромные фигурки, мультяшные изображения и надписи на десертах. Кстати, стоимость таких принтеров за последние годы снизилась, поэтому теперь их могут приобрести даже маленькие домашние кондитерские. Стоимость на принтеры в среднем 50 тысяч рублей, в зависимости от модели и сложности печати. Если кулинария и выпечка ваше хобби, то наверняка у вас уже есть все необходимые инструменты и посуда для этих бизнес-идей. Стоимость ингредиентов и продуктов будет включена в стоимость заказов. А рекламу можно давать через группу в соцсетях, а также через сайт. Сушильная камера. Это оборудование для производства, с помощью которого можно быстро и в больших объемах получить высушенные овощи, фрукты и ягоды, мясо и даже морепродукты. Она позволит вам начать выпуск огромного ассортимента продукции от полезных мюсли на завтрак до снеков. Стоимость аппарата от 5000 рублей. Если у вас есть в собственности подходящие помещения, то затрат на аренду не будет, что является большим плюсом. Стоимость сырья исходных продуктов будет включена в стоимость готовой продукции. Кстати, этим бизнесом хорошо заниматься в сезон овощей и фруктов, когда продукты можно приобрести по максимально низкой цене. Клиентов на сбыт готовой продукции вы найдете в магазинах правильного питания, столовых, кафе, детских и государственных учреждениях. Выращивание микрозелени. Микрозелень – это проростки трав, бобовых и злаков овощей на стадии 2-3 листочков. Эти ростки очень богаты витаминами и пользуются большим спросом среди вегетарианцев. Это и правда здоровое питание. Именно в проростках растений содержатся все необходимые макро- и микроэлементы для комплексного развития и жизни организма. В домашних условиях можно вырастить порядка 40 видов зелени. Горох, подсолнечник, редис, капуста. Реализовывать такой продукт можно как в розницу, наборами из разной зелени, так и маленьким опытом в местные заведения, кафе и рестораны. Такой бизнес вполне можно начать с 10 тысяч рублей, закупив оборудование. Окупится бизнес уже в первый месяц работы. Уважаемые зрители нашего канала, мы даем только направление в выборе бизнес-идей. Решение об окончательном выборе остается за вами. Пожалуйста, поделитесь в социальных сетях, для нас это очень важно. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и пишите о новых бизнес-идеях. Всех благодарим!